Это ты, Володь? Это ты, Лёш? Ну то разве ты не чувствуешь, что кто-то маленький? Я хочу увидеть своего соведущего. Я хочу. Раз, два, три. Боже! Ты что за красота? When it's one of them days, everything go your way, and your soundtrack plays like. Тот случай, когда второй ведущий сидит и пытается запомнить имена пары. Ярослав и Ульяна. Молодец. Нас четверо, не переправимся, давайте. Так, Алексей, без чего не может обойтись веселая свадьба? Без хороших высококачественностей. Я официально тебе сегодня передаю вот эти ключи. Ключи от каламбурочной. Они будут у тебя. За юмор сегодня отвечает Алексей. Володя отвечает за базар. Какой он дурак. За это его юмор. Ну, все, тогда давай ты, Ульяна, объявь. Я сегодня на ее стороне. Да. Поэтому я стебу тебя. Она платит тебе сама. Ничего страшного. Зато останусь на светлой стороне. Я вообще радуюсь за тебя. Спасибо, Володь. Ты классный ведущий. Для меня честь работать с тобой в дуэте. То же самое. Мы с Алексеем тоже женаты. Ну, не на друг друге. Подумайте. Хоть мы и приехали из Москвы. Нам бы хотелось, в первую очередь, признаться. Мы ведущие сегодняшнего вечера, если вдруг вы не догадались. Мы уже любим вас тоже. Вы лучшие, и это уже не исправить. Ой, как красиво сказал, видишь? Читал. Молодец. У нас нет начала. И нет конца. Это обручальные кольца. Все верно. Зачем мы женимся? Ведь можно общаться, гулять, наслаждаться жизнью. Это я цитирую Ярослава. Как тебе по ту сторону? Ведь ты привык смотреть на то, как люди женятся. Больше не хочу. Осыпает, обливает игристым. Ничего там страшного нет. Ладно, Хошкин, ты уже не. Раз, два, три. Да! Именно для этого Ярослав брал двоих ведущих. Одного можно убить, второй остановить.